Я наконец-таки добрался до Panasonic и решил довести до ума, ну, то, что планировал. Сделать выход на внешнюю акустику. Смотрите, ребятушки. Я думаю, вы знаете, что это такое, да? Прищепки. Провод от акустики вставляется, просто поджимается. В общем, нашлась у меня такая вот штуковина. И все, что осталось мне, собственно говоря, сделать 4 отверстия. Вот я их уже наметил, то есть впаяю сюда в корпус. А дальше провода, ну, соответственно, красный плюс, черный минус, подсоединю к выходам на колонки. Ну, то есть, вот плюс, вот минус. Ну, то есть, либо сюда, либо непосредственно здесь на плате, откуда они выходят. Тоже вот отсюда минус, плюс. Здесь будет, получается, вот этот разъем, да? Так, как тут я вымерил, да, вот так вымерил. Туда все войдет, на винтике закрутится. С обратной стороны, чтобы уменьшить количество отверстий, залью термоклеем. Дальше вы уже увидите результат. И, наверное, даже тест. Да, какой-то тест проведу, конечно же. Спаял, да. Смотрите, что в итоге получается. Вот такой вот разъем. Чуть-чуть поцарапал корпус. Ну ладно. Закрутил на винты, на саморезы. Дальше. Провода. Ну, вы видите, один пошел сюда. Ну, прям к контакту динамиков я их припаял. Плюс-минус. И здесь, естественно, соблюдая полярность. То есть, черный это минус, красный это плюс. И потом, значит, потому что кабель болтается, ну, как-то на термоклей. Ну, и, соответственно, вот эти вот отверстия тоже залью термоклеем. Оно здесь, в принципе, нафиг не надо, но на всякий случай. Ну что, вы готовы? Давайте. Для начала послушаем звук через микрофон боя, как звучат все-таки динамики, родные. То есть. А потом я подсоединю внешние. Так, думаю, достаточно. Знаете? Шарп. Акустика от Шарпа 939. И таких у меня две. Как-то так, ребятушки. Теперь действительно громкость в два раза громче стала. И 100% слышны басы. Я уверен, что этот микрофон зависал. Прям бухают. Короче, усилитель, микросхема усилка, которая в этом Panasonic, она действительно может раскачать более мощные динамики. А так плохо звучало, потому что там всего лишь 2 по 10, а эти 2 по 26 ватт. Такие вот дела, ребятушки. Всем пока, до новых встреч. И увидимся еще.